Слава Украине! Новости приходят с, таки, с такой скоростью, что не успеваешь их э, обсудить и, собственно говоря, рассказать. Я вам только что говорил о том, что э, мы ожидаем решения Германии о разрешении Польши и другим странам э, поставить Украине леопарды и говорили, что это решение будет завтра в отношении Польши, Нидерландов, там и Финляндии, и Испании, там много стран и Дании не суть важно. Ребята, как есть абсолютно новая новость, только что, новая новость, хорошо, да, сказал, там масло масляное, неважно. Только что Шпигель написал, это немецкое издание, знающее, и словно ветер не бросающее, что, что Шольц уже принял решение не только разрешить, не только разрешить поставку танков э, третьим странам для Украины, но и поставку как минимум одной роты э, танков Леопард, причем в такой крутой комплектации, Леопард 2А6, то есть это, по-моему, это даже последние танки, которые есть в Украину. То есть мы получим не только танки от всех остальных, у кого они есть, но также и от Германии. Окей, одна рота это немного, сколько это там? 14 танков по меркам по меркам э, НАТО. Окей, okay, хорошо, но это открывает дверцу для того, чтобы нам поставляли танки все остальные. Этих танков по Европе знаете сколько намотано? Очень много. Поэтому я так уверен, что в общей сложности сотню леопардов мы, конечно же, получим. И почему-то кажется, я не могу это гарантировать, но почему-то кажется, что у нас еще будут и абрамсы. Вот есть такая чуйка, могу ошибаться, могу нет, а если бы еще и леклерки, то мы как говорится вместе вот такую клин-танковый поставить просто прокатиться по Крыму аж до Тузлы, чтобы там знаете аж аж сурки летели с ЧВобиков, слава Украине.